Собрал здесь уже в первом же квалификационном заезде олимпийский чемпион из Канады, Ван Коеверден. Итак, старт. Каковы, на ваш взгляд, естественно, прогнозы, каковы шансы, кто фаворит? Хотя, наверное, надо же признать в первую очередь фаворитами тех, кто отобрался сюда без участия в полуфинале, то есть сразу после предварительного заезда. Ну их вот, трое. Это Ван Коеверден, четвертая вода, британец с ним Брабантс, и пятая вода, и шестая вода, норвежец Эрик Ларсен. Ну, я думаю, что и Золтан Бенкő из Венгрии тоже очень сильный спортсмен. Как раз мы его видим, он идет по девятой воде, пока еще в тени отсиживается, но это очень сильный спортсмен. Ну, а я скажу, что все три призера прошлых Олимпийских игр афинских, Ларсен, Фоухи, Ван Коеверден, именно в этом порядке. Ларсен — олимпийский чемпион Афин, Фоухи — серебряный призер, и Ван Коеверден — бронзовый. И пока лидер, лидер один из лидеров нынешнего сезона, Тим Брабантс. Ну, тоже не слабый спортсмен, во всяком случае, действующий чемпион мира на этой дистанции. В прошлом году он выиграл это звание. Да и на чемпионате Европы нынешнего года британец подтвердил свой титул, выиграв вот в этом самом классе. Да, уверен, они уже отрываются вдвоем от преследователей. Хотя вот по четвертой, по пятой воде сейчас представитель, простите, это у нас норвежец. Ларсен. Да. Впереди, как вы поняли, Ван Коеверден и Тим Брабантс. Наверное, уже говорить о преимуществе кого-то из них совершенно несправедливо. Может рановато быть, чуть-чуть впереди Брабантс, но по меркам оставшихся 500 метров это преимущество в 0,6 секунды совсем минимально. Да, в тени остался венгерский спортсмен. И вот идет вторая половина тысячеметровой дистанции. И уверенно, по-моему, Брабантс. Раз уж я заговорил о мировых достижениях, то скажу, что на этой дистанции оно принадлежит, по-прежнему принадлежит Бену Фоухи. Уступил он свое лидерство на дистанции вдвое короче, но 3 минуты 24 секунды новозеландец промчался в 2006 году, и мы ждем, ну вот, ждем его рывка. Извините, Эрик Ларсен немножечко вот подтянулся сейчас с третьей позиции. Мне кажется, вот он будет атаковать. Очень удобная позиция. Вот уже он достигает канадца. Берет, как у нас говорят. И вот, интересно, сейчас борьба будет разворачиваться. Итак, очевидно, что два претендента на золотую медаль. Это Тим Брабантс, пятая вода, Великобритания. И олимпийский чемпион Эрик Ларсен, Норвегия. Брабантс в этом году выиграл все этапы Кубка мира, в которых участвовал. Итак, хватит ли оставшихся, наверное, 200 метров для того, чтобы догнать Эрику Ларсену и не стать все-таки из чемпиона вице-чемпионом? Нет, чемпионом Афины он навсегда останется. Ну, вот канадец отстает, мы видим, уже выходит на
австралиец на вторую, третью позицию. На вторую позицию. Но что творит Кейн Вэллес из Австралии? Третья вода. Посмотрите, он уже обходит. Очень уже уверенно. Обошел Ларсена и приближается, но не успеет. Да. Тим Брабантс. Олимпийский чемпион Тим Брабантс. И, кажется, второе место все-таки удержал отстоял. Ларсен. Отстоял Эрик Верос Ларсен. Ну, а третьим в итоге становится, и, наверное, это определенная неожиданность, Кен Веллес из Австралии. Да. Кстати, очень высокий результат. 3 минуты 26 с десятыми долями секунды. Так быстро здесь, в этом классе, никто не гонялся. Ну и хоть уступают эти секунды мировому достижению, обладателю его, участнику этого заезда, но, тем не менее, все-таки отметим сегодня, после того, как мы нюансы, детали и точные характеристики погоды, можем убедиться после первого заезда, что скорости сегодня могут быть рекордными. Да, ветра особенного нет. И, конечно, гребцы будут показывать очень высокие результаты. Ну вот, хочу отметить вот победу спортсмена из Англии. Там сейчас работает со сборной командой Александр, бывший научный руководитель Никаноров. Сборная команды СССР. И вот результат. Да, очень успешно, очень эффективно. Безусловно, его вклад. Да, вот в эти результаты спортсменов Великобритании. После бронзовой награды на финской олимпиаде золото Пекина у Тима Брабантса, чемпиона мира на этой дистанции в этом классе, чемпиона Европы, в общем, лидера по всем статьям. 30 лет расцвет для гребца. And Britain's first ever canoeing Olympic gold medal going to Tim Brabantz in the men's 1,000-meter kayak finals.